Глава Оренбурга Сергей Салмин поручил своей администрации подготовить законодательную инициативу по отлову безнадзорных животных после ЧП с ребенком, которого загрызли собаки. Об этом сообщает мэрия города. Закон не позволяет регулировать численность безнадзорных животных. Выделяемые деньги не позволяют добиться желаемого результата. Необходимы более радикальные меры, но они действующим законодательством не предусмотрены, отметил чиновник. Напомним, ранее стая бездомных собак напала на ребенка в Оренбурге. Утром из-за полученных травм он скончался. В России с 2018 года работает программа ОСВ. Это отлов, стерилизация, возврат в место обитания неагрессивных особей. Соответственно, для того, чтобы всем стало понятно, каких бездомных собак нельзя возвращать на улицы после стерилизации, необходимо какие-то критерии, но прописать их крайне сложно. Правда, при этом также непонятно, кто будет определять мотивированность агрессии у собак и будет ли это делаться вообще.